Всем огромный привет! Покупки Ашан. Добро пожаловать на мой канал. Так, показываю мороженое, пока не растаяло. Лакомка по 39. Муж себе ничего не выбрал, взял самое дорогое, 90 рублей вот такое мороженое. И маме взяла черная смородина, вот такая вот, с палочкой, по 39. Ну и щербет там тоже был по 39. Так, ну что, поехали. Продолжение видео. Покупки из Ашан. Кейт Ворды, Даша, Дарья. 36, телепрограмма 49. Вот такие чипсы были по 79, так они 109. Взяли кошку попробовать Дарси, вот такой корм за 100 рублей. И для чувствительных пищеварением был. Фундук 70, Яшкина 22, пакеты 15, 18, лимонная кислота 64. Обыкновенное чудо 19, 20, так, по 45, влажные салфетки 15, для снятия макияжа, это я, может, на дачу возьму, 25, колбаса 26, 27, ну, с копейками жвачка. Так, взяла вот такие цветы, смотрите, маки, да, были еще такие фиолетово-сиреневые и нежно-белые такие, вот они по 79 одна штучка, видите, какие длинные, взяла пока со скидкой. Так, вот эти по 34 с копейками я взяла, пока есть, две белые, и у меня одна розовая оставалась, вот надо было докупить прошлого года. Так, конфетки мини-карамель. 209, 0,84 грамма, 17 рублей 64 копейки. Там ананас, апельсин, смородина, вишня, ашановские. Так. Огурчик короткоплодный по 189, 426 грамм, 80 рублей 94 копейки. Бананы у нас теперь постоянно будут, пока мама зубы делает. 89 рублей 984 грамма, 88 рублей 6 копеек. Так. А картошка по 80 рублей, 2 килограмма на 160 рублей. Яблоки где-то по 129, 119, мандарины по 159, киви по 140. Так, взяли конфеты «Чудо» 419, 182 грамма, 76 рублей, 26 копеек. Очень много скидок на разные конфеты, посмотрите там. Так. Томаты черри сливовидные, повторил, очень нравится. 242 грамма на 96 рублей. Так, гречка 90 рублей, а так весь рис уже по 119. Так, муж взял вот такую рыбку. Хорошая, кстати. Так, горбуша. Две упаковки. Мы, например, едим свинину, маме тяжело. Мы взяли ей оладьи печеночные, 94 рубля. Так, фунчуза их не развесной на 68 рублей взяла. Две слойки с вишней у нас по 45 рублей. По 130 с чем-то вареники с картофелем, белыми грибами. Я с кем? Я понимаю, что пост уже давно закончился. Уже Пасха почти прошла. Так, ряженка 73. Вот такая Пасха светлая, потому что я снимаю и вам показываю. Я позже, на неделю позже выкладываю видео. Так, это 7,89 со скидкой. И такой куличик по 53. Я взяла вот один еще. Вот эти по 50, по 60 такие простенькие, безалкогольные. Так, 72 у нас блинчики французские. Наггинсы, если на даче они поедут, 99 рублей. Чебачичи, две упаковки. Ну, у нас еще свинина оставалась. Рыба, окунь, много чего. Фру-фру я взяла выгодно, 47 рублей такой большой. Вот этот со скидкой был. По май, действительно, по 7 мая 37. Масло 130. Вот такую взяла за 130 рублей. Крымские сливки. Коровку вот такие на хлеб мазать. Так, все консервы подорожали. Сардина, скумбрия. Начиная 120, 130. Горбуша 150. Эпос 26-27. И био-йогурт. Ихние ашановские тоже где-то до 30 рублей. 28
Эмергуд. Вот, еще у них там параллельно, если вы что-то покупали, есть игра, и вы там какие-то кэшбэк, ну там бонусами, у нас было по 60 рублей, что ли, бонусы, что-то там списались, ну я основные вам ценники все сказала, тут просто, видите, перерасчет как бы идет на бонусы, копятся. Ну вот на эту. Ориентируйтесь в сумму. А так там уже все поставили к шашлыку, мангалы, пластиковая мебель, велики, уже все такое летнее. Уже садовое почти убирают. Даже в Ашане намного дорогая, дороже свинина и говядина. В Перекрестке намного дешевле. Так что подписываемся на канал, ставим лайк, подписываемся на Телеграм, на Яндекс.Дзен, куда вам удобно. И Христос воскресе, потому что празднуют долго Пасху. Покупки фикс прайс, опять искусственные цветы завезли. Вот эти вот по 79, два желтеньких взяли, они пушистые. На кладбище такие... Даже 200 рублей одна веточка, 300. Выгодно. И взяли вот такие белые красивые. Вот они белые красивые. Были такие же розовые, красные и с розами. Но они какие-то не очень пышные. И в остатке вот такие две, они по 55 рублей. Вот, одинаковых не было, это остатки. И взяла попить Fresh Bar 39 рублей. Необычный такой вкус, нового вкуса. Вот. Покупки пятерочка. Чипсы дорогущие за 140. Сухарики всему уже взял за 46. Так, яблоки выгодно всего сезонные по 89 рублей брать в пятерке. В Перекрестке по 119. В Ашане вообще молчу. Вот, вышли на 127 рублей. И выгодно брать бананы. Они вышли на 78. 75 рублей килограмм. Селедка уже подорожала. Вот такая селедка по 109. Так, в Перекрестке купили, если карточка у вас есть, Перекресток. Вот такой мангал с ребрами 6 шампуров. Ну, мы его соберем, я потом покажу удачные покупки в мае. Вот, он обошелся в 1599 вроде, да. Везде он стоит 2, на Валберес 2, 2500. Так что, вот такое. Так, еще по карте там Якобс, 500 рублей вот такая банка. В Светофоре бы купили, но в Светофоре у нас пустые полки. Вот. И выпечка купили два хачапури по 110 рублей такие. С сыром. Ну что, кто столкнулся с такой проблемой, что молотый кофе сложно найти? Везде цены 400, 500, 600, даже Паулик по акции 360. Магнит меня в этом плане выручил. Вот это вот Чиба стоит 219 рублей. Паулик был 369, Жардин 460, ну и так далее. То же самое на Озон сайте. Вот. Но есть там за 200 с чем-то, но там со вкусами, шоколадом, ванилем, орехом. Ну я такой не люблю. Даже Жакеи уже по 300. Так что пишите, где вы берете кофе. Я вот магните буду такой, если что брать. Ну где вот по акции максимум до 300 рублей. Вот. Такие были покупки на этой неделе. Подписываемся на канал. Желаю вам хороших выходных майских. Съездить на дачу, повидаться с родственниками, друзьями. Кто едет отдыхать, хорошо отдохнуть. Набраться сил. Кто едет на кладбище, съездить. Хорошо на кладбище, привести могилу в порядок. Так что все. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.